представлюсь буквально коротко. Меня зовут Фархот Алипов, я политолог, руковожу негосударственным научным учреждением «Караван знаний» в Ташкенте. Это такой многопрофильный think tank, научный центр, который, скажем так, ведет свою деятельность в области, скажем, исследований или ведет исследования, скажем так, по различным темам. Больше в настоящее время, поскольку мы больше из наших сотрудников являются политологами, занимаемся политологическими исследованиями, хотя, скажем так, круг компетенции широк этого центра, и мы можем проводить различные, реализовывать различные проекты. Ну, мы периодически, на самом деле, когда вживую работали, так сказать, не виртуально, у нас есть дискуссионный клуб, и мы периодически проводили или проводим различные дискуссии в клубе с приглашением кей-спикеров и на различные темы. Ну вот сейчас жизнь нас всех поставила в такие условия. Мы проводим этот самый семинар клубный в режиме онлайн, в режиме Zoom-семинара. И представлю сразу тему нашего сегодняшнего мероприятия. Мы решили посвятить наш сегодняшний семинар такой теме: границы государств и границы жизненного пространства к вопросу о пограничных проблемах в Центральной Азии. Так формулируется сегодняшняя наша такая, что ли, аналитическая тема. И в качестве вводного такого, скажем, как это, затравки, что ли, вводного замечания, или как иногда в различных таких англоязычных текстах вначале обосновывают мероприятие, concept note, или концептуальная такая заставка. Зачитываю. В геополитике есть термин Lebensraum, с немецкого взятое, означающий пределы жизненного пространства того или иного народа, страны и государства. Центральная Азия – это регион, где границы государств и Lebensraum, причудливым образом накладываясь друг на друга, создавая особую мозаику, накладываются друг на друга, создавая особую мозаику идентичности и политик. Как известно, незавершенность делимитации границ порождает спорадические инциденты в так называемых пограничных районах между странами Центральной Азии. А нужно ли эту делимитацию завершать? Такой вот открытый провокационный вопрос, как бы интеллектуальный. Завершать между дружественными, братскими странами, которые в перспективе, как предполагается, будут объединяться, то есть интегрироваться. На семинаре будут обсуждаться и эмпирические, и концептуальные аспекты данной проблемы. Вот такая вступительная концептная заставка. У нас заявлены 4 спикера, включая меня тоже. Я буду их объявлять поочередно. Спикером сразу скажу, что время, регламент для выступления 15 минут. Примерно 15 минут. У нас в общей сложности Zoom время, скажем, это 2 часа примерно, максимум. Ну, я думаю, это более чем достаточное время для нашего обсуждения, для дискуссий, для докладов. По 15 минут пока будем придерживаться времени для спикеров. Для тех, кто после докладов будет желать задавать вопросы, дискутировать, комментировать и так далее, пока придерживаемся такого принципа, что они могут написать свои вот эти замечания или вопросы в окошке чат справа, как вы знаете, в чат-режиме. Но в зависимости от как-то характера или типа вопроса или комментария, можем сделать иногда исключение и включить такой аудио или видео режим для слушателей, кто собирается вот с таким вопросом или комментарием каким-то особым выступить. Итак, приступаем к докладам. Так, вот, собственно, у меня первый доклад. Я сам его начинаю. После меня выступление доктора Рустама Бурнашева из Казахстана. Я его тему потом объявлю. У нас также выступает доктор Асель Мурзакулова из Кыргызстана и доктор Ширали Рузойон из Таджикистана. Вот 4 спикера, у каждого своя тема, я их
потом о Библию. Итак, я бы хотел начать со своей темы. Моя тема заявлена так. Lebensraum, то есть вот это жизненное пространство. Lebensraum стран Центральной Азии, двоеточие. Разделяющие инциденты и объединяющие решения. Так, ну, начнем. Начну свое выступление. Хочу сразу, ну, значит, вот я зафиксировал время, 15 минут, да? Значит, хотел с самого начала как бы сделать такую ремарку, что было бы интересно не просто там как-то поделиться мнениями на всем, обсудить приграничную проблему, а подойти по возможности, конечно, к вопросу с концептуальной, может быть, теоретической точки зрения, постараться как-то более фундаментально рассмотреть этот вопрос. Конечно, в течение отведенного времени это будет практически невозможно, но, тем не менее, какие-то, скажем, подходы сделать, я думаю, можно будет. И вот я с этой точки зрения хотел бы начать, знаете, вот с цитаты. Я даже подготовил с самого начала такую цитату из книги известного одного из основоположников геополитической науки или геополитики в целом, Карла Хаусхофера, немецкого ученого, геополитика. И вот выдержка такая, буквально абзац из его работы «Буква закона и натиск жизни». Значит, вот эта граница, как он пишет, находит свое выражение в пограничном или межевом знаке, в контрольном колышке или в заимствованной у природы составной части границы, то есть в пограничной скале, в пограничном дереве, так расположенных или выбранных, что можно от одного к другому проложить линию, протянуть бичеву, межевую цепь, проволоку, если совсем нет созданной трудом человека разделяющей силы, забора, сетки, стены. Однако и здесь приходится считаться со своеволием жизни, оспаривающим постоянство границы. Двоеточие. Межевой знак может погрузиться в землю, упасть, разрушиться, дуб сгнить, металл стать жертвой коррозии. Следовательно, обозначенная ими граница снова будет нуждаться в страже и оборудовании. С тем, чтобы самому стражу было надежнее, он ставит на всем ее протяжении особые, только ему хорошо знакомые по форме неместного происхождения, так называемые свидетельства под пограничным знаком вокруг дубового столба и в известном ему только устроителю границы, ее хранителю месте. Таким образом, в земле и на земле создаются все без исключения руны, как опора человеческой памяти, чтобы все знали, где проходит граница. Вот, я думаю, в этом выражении Хаусхофера очень отчетливо звучит такая мысль, что граница – это, вот как мы говорим, handmade, то есть созданная человеком, его руками линия, и она зачастую и в этой работе Хаусхофера дальше, эта мысль отчетливой дальше проводится. Эта линия, эта сделанная человеком линия, вступает в противоречие с волею жизни, да, или как своеволием природы, как он говорит, что жизнь все равно вносит какие-то поправки в той или иной мере, в том или ином, в той или иной форме и так далее. И всегда вот эта естественная жизнь сообщества, естественная жизнь человека и так далее вступает в противоречие с тем, что он сам своими собственными руками создал, то есть искусственностью этих границ. И вот для, скажем, раскрытия этой проблемы, вот этого противоречия между искусственностью границ и, собственно, тем пространством географическим, на котором, на которое распространяется жизнь сообщества, жизнь народа, там, страны и так далее, не совпадает вот это, вот эти две пространства, он отразил в слове Lebensraum, жизненное пространство. Жизненное пространство и границы государств не всегда гармонируют друг с другом. Вот о чем, в общем-то, на что делает акцент Хаусхофер в своей работе.
современный, переходя к нашему региону, современный ученый, аналитик, политолог, которого, наверное, вы многие знаете, Ник Мегаран из Британии, как-то исследовал проблемы границ между Узбекистаном и Кыргызстаном. Хотя он исследовал конкретный район, один из его выводов, который он сделал в своей статье, я думаю, довольно такой широкий и применим в целом ко всем ситуациям пограничным для Центральной Азии. Я тоже его цитирую. Установление республиканских границ было частью множества дисциплинарных методов, которые должны были вводить новые геополитические объекты как в ландшафт долины, так и в сознание ее жителей. Маловероятно, что первые картографы когда-либо думали, что создаваемые ими границы однажды будут демаркированы независимыми государствами. Скорее ожидалось, что национальные настроения исчезнут в конечном итоге, то есть в советском обществе. Советское планирование рассматривало подход к долине в этом русле. Газовые, ирригационные, транспортные сети были спроектированы на комплексной основе. Проекты промышленного, городского, сельскохозяйственного и транспортного планирования одного государства свободно перетекали на территорию его соседа. Вот интересно, это было замечание, сделанное Ником Мегараном, которое тоже подтверждает первоначально вот эту классическую, что ли, теоретическую концепцию Хаусхофера о несовпадении жизненного пространства, естественного жизненного пространства Lebensraume с пределами, определенными для данного конкретного народа в виде границ. Вот с первых лет независимости фактически мы наблюдаем непрекращающиеся дискуссии как среди экспертного сообщества, так и на политическом уровне о том, как решать те или иные пограничные проблемы. Но надо заметить, я сейчас чуть ниже это постараюсь тоже показать, в отличие, может быть, от многих регионов мира, в нашем регионе, в Центральной Азии, пограничные проблемы, в общем-то, очень специфически получили свое разрешение или получают свое разрешение. С одной стороны, мы знаем, что из-за искусственности проведенных границ в Туркестане там, или вот в период советского правления, разделение региона на 5 республик, в общем-то, были созданы такие сегменты границы, которые не разделялись соседями. То есть есть такие участки, которые считаются в теории, что ли, или вот на практике оспариваемыми сегментами границы и до сих пор не остаются неурегулированными. Но с другой стороны, вот неурегулированность, спорность некоторых территорий, которая приводила периодически к каким-то спорадическим инцидентам, мы из этого делаем вывод, что или замечаем, можно заметить, вот проследив или вспомнив вот эти инциденты недавнего прошлого или далекого прошлого, что они не имели такой вот длительный характер и не приводили к какой-то эскалации. Они урегулировались довольно быстро, с минимальным количеством жертв, там, если можно это назвать жертвами. Я думаю, это очень специфично для Центральной Азии, в отличие от многих регионов, где подобные пограничные споры приводят к крупномасштабным конфликтам с огромным количеством жертв. В качестве буквально 2-3 примеров хотел бы упомянуть 2-3, чтобы можно было из них сделать некие, что ли, концептуальные выводы. Вы знаете, что недавно в местечке, точнее, на границе между Узбекистаном и Казахстаном, в Сырдаринской области, прорвало дамбу на водохранилище Сардоба, которая привела к большому наводнению и на узбекской территории, и на казахской территории. И вот это факт, что трансграничная проблема возникла из-за прорыва дамбы и разрушения водного резервуара, экологическая катастрофа, дала повод некоторым делать выводы, что это приведет к каким-то там конфликтам или каким-то ссорам
напряженности между двумя государствами, что вот, мол, какие трагедии произошли, мол, виновата одна страна или виновата другая. На Фейсбуке, наверное, вы следили, некоторые даже из официальных кругов, в частности, вот в Казахстане, поговаривали, что будет нота какая-то, нота недовольства со стороны МИД Казахстана. Но в то же время, позволю себе напомнить, что эта проблема не имела какого-то жесткого продолжения, и никаких нот не было. Более того, обе стороны, то есть Узбекистан и Казахстан, руководство двух государств, при урегулировании этой проблемы, ликвидации последствий этой катастрофы, сослались прежде всего на то, что между Казахстаном и Узбекистаном существует или подписан договор о стратегическом партнерстве. А еще раньше, в 1997 году, был подписан договор о вечной дружбе. Вот ссылаясь на вот эти два договора, как такую на базу, что ли, правовую, был сделан какой-то такой явный или неявный месседж, что никакого конфликта не надо ждать от вот этого приграничного события. Еще один немаловажный фактор, факт приграничный, вы помните про Баткенские события, они, правда, давние, 99-е, 2000-е годы. Я, конечно, не собираюсь вдавать в подробности Баткенских событий, я только лишь с точки зрения сегодняшней темы могу сказать, что вот урегулирование этой проблемы, то есть, что возникла общая угроза проникновения террористических группировок с территории или через территорию Баткенской области Кыргызстана на территорию Узбекистана, она была урегулирована успешным образом при помощи военного антитеррористического сотрудничества двух государств. И, собственно, террористические группировки были ликвидированы. Из этого я делаю вывод не просто о том, что ну, как-то есть какая-то опасность каких-то приграничных вот таких стычек или катаклизмов, но и вывод о прозрачности границ, что в некоторых сегментах они прозрачны, с одной стороны, а с другой стороны, это подчеркивает общность угрозы, что это не угроза для одной страны, а это совместная угроза. Возьмите Ошские события 2010 года, также, не вдаваясь в подробности, я делаю только лишь выводы, что она имела приграничный эффект, то есть такое измерение приграничное. Вы знаете о беженцах, которые хлынули через границу с кыргызской территории из Оши на узбекскую территорию и так далее. То есть появился феномен беженцев. И появилась впервые, возможно, такая вероятность эскалации межэтнического конфликта. И из-за разделенности некогда единого жизненного пространства, опять, Лебенсраума, фактически как бы появилась такая проблема или феномен двух родин у одного и того же народа, родина и Кыргызстан, родина и Узбекистан. Интересное наблюдение. Ну и самый свежий пример, наверное, это Сохский анклав Узбекистана на территории Кыргызстана. Вы знаете, что в конце мая там произошла такая стычка между местными кыргызами и узбеками, не поделившими, что ли, такой родник Чашма. Такие были, что ли, передряги, побросали друг на друга, друг с друга камнями, ну и так далее. Опять же, этот конфликт имел только лишь локальный характер, и впервые, может быть, беспрецедентной такой была реакция со стороны руководства Узбекистана. Премьер-министр прибыл в Сох и постарался непосредственно, в общем-то, общаясь с местным населением сохским, урегулировать эту проблему, а также, конечно же, во взаимодействии с руководством Кыргызстана. В этом случае тоже была проявлена открытая, явная политическая воля к урегулированию этих проблем пограничных. Опять же, ссылаясь на то, что и кыргызская сторона, и узбекская сторона руководства также ссылались, вот президент Мирзиёев, например, что это братские народы, что им делить нечего, что, в общем-то, в духе доброй воли проблема будет урегулирована. И так она и была урегулирована. Я лишь привел некоторые примеры инцидентов в районе границы, будь это Ошские события, Баткенские события, Сардоба или Сох,
До этого, в прошлые годы, были другие инциденты. Вот резюмируя теперь, что ли, эти... у меня осталось буквально 1-2 минуты. Резюмируя вот этот краткий анализ, обзор, что ли, прошедших вот этих... произошедших инцидентов в прошлом, можно сделать, что ли, вывод о том, что вот повторяющиеся с определенной частотой спорадические вот такие стычки или инциденты обнаруживают 4 важные свойства проблемы границ в Центральной Азии. Вот на что я бы обратил ваше внимание. А. Что любой инцидент ограничен по масштабу, это имеется в виду в Центральной Азии. Любой инцидент ограничен по масштабу и динамике и имеет преимущественно специфическую локальную, а не общенациональную значимость. То есть, если инцидент произошел, например, в Сохи он и завершился, он не мобилизовал, что ли, какое-то мощное общественное мнение во всей стране, там, или как-то имел некое, как мы говорим на английском языке, nationwide implications. Б. Он достаточно быстро разрешается, то есть инцидент, быстро разрешается, то есть по времени, местными и центральными властями, которые вступают в непосредственную коммуникацию друг с другом, чтобы не допустить эскалации. В. Хотя в подобных инцидентах всегда звучат, естественно, недовольство и взаимные обвинения сторон на низовом местном уровне, то на самом высоком уровне всегда выражается добрая воля и отсутствуют эксплицитные территориальные претензии. Заметьте, что никогда, опять же, может быть, в отличие от многих регионов мира, руководители государств никогда не обостряли проблему, может быть, в отличие, как я говорил, местного населения, и никогда не проявляли каких-то намерений или территориальных претензий друг к другу. Г. Когда бы не случались приграничные инциденты между центральноазиатскими странами, часто с российской стороны, например, звучат предложения посредничества, которые всегда отвергались. Это, в свою очередь, вызывает представления и домыслы о геополитических интересах в регионе. Вот, пожалуй, вот на этой ноте я пока остановлюсь, завершу, чтобы дать возможность выступить другим участникам. В конце только лишь я хотел бы поделиться с вами. Вот я сейчас в окошке чат, в разделе чат справа. Так, что-то не идет. Так. А вот. Хочу поделиться с вами ссылкой для тех, кто хочет более детально ознакомиться с некоторыми моими взглядами, которые я сегодня изложил. Правда, статья на английском языке вышла в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в Институте Центральной Азии и Кавказа. Вот почти с таким же названием статья вышла, как я сегодня изложил в докладе. Пограничные проблемы Центральной Азии, двоеточие, разделяющие инциденты и объединяющие решения. В этой статье я предлагаю, что, в общем-то, страны должны выйти за рамки традиционных, каких-то классических представлений о границе, разработать инновационные методы для урегулирования Центральной Азии, точнее, пограничных проблем, с точки зрения, может быть, интеграционного, интеграционистского, если угодно, подхода. Ну вот, я остановлюсь на этом. Спасибо вам за внимание. Мое время исчерпано, даже больше, чем. Я, как модератор, подал не совсем хороший пример. К вопросам перейдем в самом конце. Можете там или в чате писать, как я сказал, вопросы, комментарии, и мы в конце к ним обратимся. Так, следующий наш докладчик – это доктор Рустам Бурнашев из Казахстана, кандидат философских наук, профессор Казахстанско-немецкого университета. Его заявленная тема такая – многоуровневые границы Центральной Азии, двоеточие, Казахстан. Рустам? Да, здравствуйте еще раз всем. Хочу поблагодарить прежде всего за приглашение принять участие в дискуссии. Тема действительно очень интересная и актуальная, и она, с моей точки зрения,
очень хорошо вот так поставлено, что охватывает очень многие аспекты. Ну вот Фархад в своей вводной, в своем вводном выступлении задал, как мне кажется, очень хорошие вектора, и некоторые из этих векторов я попытаюсь развить в своем выступлении или проблематизировать их. Ну вот сначала по теме моего выступления я хочу обратить внимание, ну, для тех, кто занимается вопросами Центральной Азии границы, эта тема, я думаю, вот в такое звучание названия, первая половина, должна быть очень хорошо знакома. Я думаю, все вы знаете, что в конце 90-х годов московский офис вот, центра Карнеги проводил несколько серию конференций, издал несколько книг, по-моему, там одна или две, которые назывались очень близко, да, они назывались «Многомерные границы Центральной Азии», и я специально, когда Фархад предложил мне сделать вот выступление на этом мероприятии, специально сформулировал тему так, чтобы была недословная, но очень близкая отсылка к тому, что фиксировал центр Карнеги, для того, чтобы вот вернуться к той дискуссии, которая была в конце 90-х, начале 2000-х годов, собственно, к той дискуссии, которая стала возникать именно на основе первого этапа делимитации, да, границ, вообще обозначения границ. Я думаю, все вот, ну, вот люди постарше, да, например, ну, такого среднее наше поколение, которые активно перемещались по Центральной Азии в 90-х годах, вы знаете, да, я надеюсь, помните, что у нас не было паспортного контроля даже между границами, Советский Союз уже распался как 10 лет, а в 98-м году, например, паспортного контроля реально не было. То есть я вот из Ташкента ездил в Алма-Ату тогда, и ну, фактически не сталкивался с паспортным контролем реальным. И вот это вот формирование границ, которое началось с 90-х годов, оно было достаточно интересным, но я это вот просто обозначаю как пункт, я на этом выступлении не буду останавливаться. Но вот в этих идеях в книге фонда Карнеги, вот эта идея многомерности границ, она задавалась следующим тезисом, я его зачитаю, что линии, разделяющие этносы, ресурсы, конфессии и так далее. Да, то есть речь идет не просто о наличии некоторых границ вот чисто территориальных, а границах, которые начинали разделять вот наши народы, которые, в общем-то, ну, во всяком случае, в том пространстве, которое мне знакомо, да, в советском пространстве, они практически, если и делились, то очень-очень номинально. В какой-то степени Фархад об этом сегодня уже говорил. Да? И вот начало формироваться какое-то очень специфическое, с моей точки зрения, жизненное пространство. И вот в описании этого жизненного пространства в связи с границами я хочу отметить, ну, такие вот я их назвал, три тезиса или три приближения. Да? Вот первое приближение, которое для меня здесь интересно, это формирование территориальных границ, да? Введение вот той делимитации, да, именно территориальной делимитации, которая была направлена на установление контроля территорий в противовес контролю жизненному пространству, как мне кажется. Вот, ну, например, вы все знаете, что в Казахстане, особенно после событий 2014 года, да, вокруг Крыма, вокруг Украины, очень часто первый президент Казахстана подчеркивает, что Казахстан, в отличие от других республик постсоветского пространства, делимитировал все свои границы и не имеет территориальных проблем с соседями. Да, то есть вот такой идеологический посыл, такой идеологический постулат присутствует. Но и как бы этот постулат говорит о том, что тем самым мы сняли огромное количество чисто территориальных проблем. Вот мне кажется, этот постулат, вот если мы проблематизируем этот постулат, то мы видим здесь целый комплекс проблем, которые на самом деле не соответствуют этой идеологеме. Ну, первая проблема, то, что установление территориального контроля не означает установление контроля над жизненным пространством. Да, вот Фархад приводил сегодня великолепный пример с прорывом плотины в Узбекистане. И этот прорыв нанес достаточно серьезные, создал серьезные проблемы для территорий Казахстана. То есть жизненное поле в Казахстане не контролируется из-за границ. Вторая проблематизация состоит в том, что подписанные соглашения, они не обязательно являются устойчивыми. То есть наличие договорной базы не говорит о том, что эта договорная база обязательно будет выполняться. Мы просто очень часто воспринимаем реальность, в которой мы находимся, с точки зрения Вестфальских соглашений, с точки зрения того, что все наши партнеры однозначно
разделяют вестфальские нормы, да, неприкосновенность территорий, не вмешательство во внутренние дела, но опыт показывает, что эти вестфальские ценности не действуют. Опять-таки, ярчайший пример 2014 год, когда в нашем пространстве, да, ну, в постсоветском пространстве, эти вестфальские нормы были поставлены под очень серьезное такое сомнение, да, очень серьезно были проблематизированы и остаются, исходя из этого, проблематизированы. И третья точка вот, проблематизации территориальных вопросов – это все-таки вопрос, связанный с оценкой территорий. Да? То есть, когда мы проводим границы, у нас всегда возникает вопрос, вот то, что мы опять, я сделал отсылку к недавней дискуссии, которая была инициирована благодаря заявлению президента России об неких исторических территориях, да, то мы сталкиваемся с этим вопросом исторических территорий. Это очень важный вопрос. И причем на вот этой концепции исторических территорий, это же не только российская риторика, это на самом деле вся риторика, на которой строится государственное строительство на всем постсоветском пространстве. Мы великолепно можем найти отсылку к так называемым историческим территориям и в Киргизстане, и в Казахстане, и в Узбекистане, то есть практически во всех странах постсоветского пространства, то есть этот момент присутствует. И, соответственно, вот этот тезис исторических территорий очень является проблемной для территориальных границ. Вторая проблематизация, второй тезис, который я хотел бы обозначить, он вытекает из первого, что когда мы создаем территориальные границы, мы очень часто порождаем проблемы, и мы их не просто не снимаем, эти проблемы, а порождаем проблемы. Опять-таки у Фархада в какой-то степени это прозвучало сегодня, что когда у нас же есть не территориальные границы, связанные с нашей идентификацией, да, и в Центральной Азии концепция идентичности, она достаточно размыта, даже в рамках национальных границ, я уже не говорю о региональных вещах. То есть, например, понятие, что такое государство, даже внутри Казахстана, не является общепризнанной позицией. То есть, какое государство у нас должно быть, да? Это должно быть, допустим, государство казахское, да? Или это все-таки некое государство, связанное с гражданской нацией. Эта полемика присутствует, и эта полемика присутствует, опять-таки, во всех странах Центральной Азии. А если мы такую полемику проводим, то вот это наше жизненное пространство, оно очень серьезно начинает трансформироваться, оно очень серьезно начинает изменяться, и опять-таки проведение границ вот в этой идентификационной линии, оно, накладываясь на проведение границ территориального характера, вызывает достаточно серьезные проблемы, вызывает достаточно серьезные дискуссии. Более того, вот эта позиция, да, с идентификацией, с тем, что такое, какое государство мы строим, они очень сильно, да, стимулируются, эти дискуссии, внешними нашими игроками. Да, то есть, ну вот, опять пример, который я приводил, высказывание Путина, казалось бы, да, проходное абсолютно высказывание, но в странах Центральной Азии это высказывание вызвало очень серьезные дискуссии, да, по поводу того, кто кому дал какие-то территории, являются ли эти территории исконно историческими российскими, или это исконные территории наши, и вообще можно ли ставить вопрос о какой-то исконности территорий, насколько эта постановка вопроса вообще корректна, да. То есть Россия задает вектор этой дискуссии. Такой же вектор дискуссии нам задает такой условный глобальный Запад, да, по поводу формирования наших границ и понимания, что мы имеем в виду под нашей государственностью. Но новый наш партнер, да, который более, ну, новый в кавычках, конечно, который просто новый в том плане, что в международном пространстве он начинает все более активно у нас присутствовать, это Китай, тоже задает нам пространство по пониманию государства, да, вот те идеи, которые сейчас возникают, ну, возникали до вот этой, в кавычках, опять-таки, скажем, эпидемии, и идеи, которые сейчас начинают активно использоваться в рамках этой эпидемии, да, государства такого тотального контроля, да, такого дисциплинирующего государства, которое нам предлагает Китай, и которое мы с радостью начинаем принимать, да, вот в связи с контролем передвижения заболевших людей, людей, находящихся в зоне риска и так далее. То есть это же тоже модель государства, модель идентификации, которую мы принимаем, и эта модель идентификации затрагивает наших соседей, затрагивает границы их существования. Да, например, я, будучи в Казахстане иностранцем, я гражданин Узбекистана, но я попадаю в зону контроля, которую Казахстан предлагает для своих граждан, и тем самым затрагивает мою приватность, да, и приватность практически всех граждан.
и, соответственно, ну, скажем, формируют для меня некоторые границы. Ну и третий тезис, третье приближение, которое мне кажется наиболее важно здесь, с формированием границ Центральной Азии, это то приближение связано с тем, что, в принципе, особенно вот это, наверное, видно хорошо с позиции Казахстана, что, в принципе, Казахстан, определив, да, проведя делимитацию своих внешних границ, он вот эту проблематику формирования границ переносит во внутренние процессы, да? То есть возникает, например, та же самая дискуссия по поводу исконно исторических территорий. Совсем недавняя полемика, вызванная идеями переименовать, ну, так называемый уйгурский район в Казахстане, дать ему другое название, для того, чтобы подчеркнуть, что эти земли, которые называются уйгурским районом, на котором живут, понятно, не только уйгуры, но и многие другие люди, но тем не менее показать, что это не исконные уйгурские территории, под это подводятся некоторые исторические там факты, связанные с переселениями, перемещениями тех или иных людей, но тем не менее формируются некие внутренние пространственные границы и некая внутренняя претензия на территориальность, ну, во многом связана с той моделью государственного строительства, да, которая принята в Центральной Азии, которая строится на концепции титульных наций, когда наши пять республик, на территории которых проживает огромное количество, да, ну, не знаю, как сказать, традиционно проживавших здесь народов, почему-то оказывается раскиданным, да, по территориям, и оказывается, ну, условно, да, что Казахстан – это территория, где это земля казахов, хотя понятно, что на определенных участках этой территории традиционно проживают не только казахи, а может быть и не казахи вообще, да, то есть достаточно серьезная проблематика вот этого внутреннего отторжения. И, естественно, вот это проблематика внутреннего отторжения, она тоже порождает еще один аспект идентификационный, да, что у нас опять формируется ситуация, когда нет единой политической, единой социальной идентичности, которая позволяла бы нам формировать целостность внутреннего пространства, да, вот в тех чисто географических границах, которые мы фиксируем, и то, что вот у нас в нашей тематике было задано как жизненное пространство. То есть это жизненное пространство в наших государствах начинает фрагментироваться, начинает распадаться и, соответственно, порождает определенные проблемы именно для вот формирования национальных границ. Ну, а выход на региональный уровень Фархад, собственно, очертил, что здесь возникают, с моей точки зрения, и возможности, и риски для такой для конструирования нашего региона. Ну вот я думаю, да, я практически уложился, чуть время остается, но я уже не буду дорабатывать. Основные тезисы свои я обозначил. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Да, спасибо большое, Рустам. Очень интересное выступление. И у меня уже даже у самого возник один вопрос, который я, наверное, зарезервирую на конец, на Q&A период. Следующий наш докладчик, доктор Асель Мурзакулова из Кыргызстана. Она является старшим научным сотрудником Института исследований горных сообществ Университета Центральной Азии. Ее тема звучит так. Переосмысляя значение соседства, двоеточие, трансформация приграничных территорий Ферганской долины. Асель, вам слово. Добрый день, уважаемые участники, спасибо за приглашение. Ну, мое участие сегодня будет с позиции больше практика, человека, который изучает границы на протяжении уже 5 лет. Я сегодня буду представлять результаты исследования, которое проводилось Университетом Центральной Азии, Институтом исследований горных сообществ в Ферганской долине. Часть тех выводов, которые я сегодня буду презентовать, уже опубликованы. Их можно найти на веб-сайте нашего университета. И в моей сегодняшней презентации я попытаюсь сделать такой сравнительный анализ на основе того материала, который мы собирали вот весь этот период. Да? Позвольте мне поделиться... Так.
Тема моего доклада – это переосмысление значения соседства, трансформация приграничных территорий Ферганской долины. И первое, на что хочу обратить внимание, что почему-то наш научный интерес всегда около конфликтной тематики строится. Но если взять по большому счету, это не единственные процессы, которые происходят в приграничье, а там происходит много разнообразных, очень интересных и важных для понимания нашего вектора национального строительства процессов. Это уже достаточно широко обсуждается. Вот Фархот сделал ссылки на исследование Ника Мегарана, но есть не менее важное исследование Мадлен Ривз о работе границ в Ферганской долине. Вот эти два фундаментальных исследования, которые с позиции политической антропологии, политической географии достаточно детально, скрупулезно и глубоко отслеживали и документировали процесс социальных, инфраструктурных и дискурсивных трансформаций, которые происходят в нашем регионе. Здесь нужно сказать, что наше исследование имело уникальную возможность мониторить ситуацию на двух направлениях. Вот на карте вы видите красными точками нанесены те села, в которых мы работали. То есть мы работали как на узбекистанско-кыргызской границе, так и на таджикистано-кыргызстанской границах. Да? Я начну свой доклад с ситуации на одном направлении, на кыргызско-узбекистанском направлении, и потом перейду к кыргызско-таджикскому направлению, и в завершении поделюсь некоторыми выводами. Когда мы говорим, и вообще, когда мы откроем, наверное, любой источник о истории Центральной Азии, мы, конечно, как уже говорили предыдущие два докладчика, не увидим там вот этого дискурса такого национализма, то, что мы имеем сейчас с построением вот этой вестфальской модели, все это рассматривается через единое культурное, политическое пространство. И мне кажется, вот этот скриншот с карты очень хорошо объясняет эту взаимосвязь. Это скриншот территории приграничной, на которой изображены два села, которые уже потом в последующем стали после 90-х двумя селами. Это Сюрет-Таш и Курпе. И вы видите, что в принципе это одно поселение. То есть эта линия красная, это уже механически мы провели, чтобы показать, как государства видят свои границы. Но если мы посмотрим, как люди там живут, этой границы абсолютно не было. Но за вот этот период после независимости очень серьезные инфраструктурные изменения произошли в приграничных территориях, которые буквально инструментально, в некоторых сюжетах насильственно разделили эти единые территории. Вот этот скриншот показывает ситуацию вот в этом направлении между Сюрет-Таш и Курпе в 2005 и в 2017 году. Ну вот вы видите, что вот эта линия механическая, она уже превратилась в и визуализировалась вот в конкретную нейтральную зону, на которой уже люди не живут, и буквально никаких социальных контактов просто невозможно. Да? Если мы пойдем дальше, это Бекабад, тоже очень важный населенный пункт, и мы здесь тоже видим, какая часть территории попала под снос. В каких-то случаях людям выдавали компенсацию за то, что их переселяли вглубь территории. В каких-то случаях они не могли получить эту компенсацию. Например, если дома их были ненадлежащим образом оформлены, или они не успели, например, получить документы на свои дома. Соответственно, когда если для них, ну,
выделялась территория и строилось новое приграничное село, но уже как бы в глуби территории, то в определенное время они испытывали очень большие сложности с доступом к инфраструктуре, это к электрическим сетям, к воде. А это другой пример, тоже очень важный, пример Карасуйского района. Вот здесь ниже расположен Карасуйский рынок. И вы здесь видите, вот тоже вот в красном ареале, та зона, которая попала под снос, там находились в какой-то части мосты, в какой-то пункты перехода границы, где-то был водопой для скота, разные точки. Ну, вот механически теперь это выглядит вот так. То есть я что хочу сказать, что вот этот нарратив об общности, который, в принципе, был релевантен где-то до середины 2000-х, он сейчас очень серьезно подрывается теми инфраструктурными вливаниями, которые страны повсеместно как бы используют для того, чтобы просто физически отделиться друг от друга. Но если ближе подойти, то даже до сих пор, эту фотографию мы делали 2 года назад, еще в прошлом году мы тоже посещали, в принципе, завалы не были убраны, то есть нейтральные зоны, там, где поселения сносились, они выглядят вот таким образом. Ну, где-то убрано уже, где-то там уже милитаризация территории по полной произошла, где-то менее. Так, это мы были на территории, которые относятся к Набандаанской, Андижанской областям, соответственно, к Джалабадской и Ошской области. Что нужно сказать, что эти разрывы, которые произошли, они очень серьезно ударили по местной жизни. Соответственно, вся сельская экономика, которая поддерживалась вот этим социальным пространством, она была просто разрушена, да, то есть это начиная от наемных рабочих, это трансграничные базары, это в каких-то частях это были трансграничные учителя, ну, все это просто прервалось. И нужно сказать, что пока оценок ущерба этих действий не производилось, но здесь опять-таки хочется сослаться на тот опыт европейский, который вот часто нам привозят в качестве примера, мне кажется, с которого в этом случае мало чему мы можем научиться, наоборот, мне кажется, лучше здесь свою повестку развивать. Мы помним, какие ассигнования были вложены в то, чтобы создать единый нарратив, да, европейский, деятельность исторической комиссии и так далее, да, это большие ассигнования, чтобы вот это social cohesion произвести. Но что нужно сказать, что вот на данных территориях эта социальная сплоченность, она была как, ну, естественная. Государствам не нужно было ее ничем поддерживать, не нужно было только мешать. И я думаю, что это очень важный такой экономический подтекст, особенно когда мы идем к следующему кейсу на кыргызско-таджикской границе, когда вот мы тоже, знаете, когда только говорят о этой границе, обязательно все вспоминают Варуху Аксай, обязательно вспоминают вот эти стычки и так далее, но вот наше исследование показывает, что мы совершенно не говорим о большом количестве сел, сообществ, которые имеют очень похожие conditions, да, условия, но там не происходит конфликтов. И вот и свою задачу как исследователя я вот вижу в том, чтобы обращать внимание к этим кейсам, чтобы мы не были поглощены вот этим языком какой-то вражды и противостояния. На самом деле, если жить на этих территориях, такие случаи, они действительно есть, но они не характеризуют всю ситуацию. Если вот мы будем рассматривать этот кейс более детально,
Здесь я хотела бы обратить внимание на очень интересную ситуацию, которая сложилась между двумя селами, которые расположены в среднем течении реки Исфара. То есть Варух и Акса — это верхнее течение, это среднее течение. И которые, эти два сообщества, которые меня очень вдохновляют, которые, на мой взгляд, учат тому, как нужно отстаивать свое право на соседство. Потому что, мне кажется, мы очень легко делегировали его только на высший уровень. Да? Мы считаем, что вот только высший уровень, имеется в виду лиц, принимающих решения, может определять эту повестку. И вот есть очень такой маргинальный голос экспертов, есть иногда голоса ученых, которые, наоборот, вместо того, чтобы как-то альтернативный взгляд на интеграцию предлагать, наоборот, как-то национализирующий такой дискурс поддерживать. Ну вот, мне кажется, мы должны учиться у этих сельчан, вот что я хочу сказать. И эти сельчане находятся на кыргызско-таджикской границе. Это село Достук и село Чуркишлак, которые, вот село Чуркишлак, оно относится к Джамату Сурх, и Достук относится к Карабахскому Аильному Аймаку. Но что нужно сказать, это два небольших, в принципе, села, и традиционно они как бы жили вместе, да, как вот. До этого я показывала, но с вот, учащенными вот этими конфликтами с применением насилия в районе Акса и Варуха привели к тому, что все-таки власти решили, что нужно вот эту транспортную инфраструктуру, которая связывала эти два села, ее нужно прервать. И таким образом сейчас существует объездная дорога, которой пользуются жители вышестоящих сел, чтобы добраться до Исфары, а получается Чуркишлак, он между, получается, в середине, да, стоит. И это такой транзитная точка. И вот это действие очень маленькое, да, то есть это в инфраструктурном плане это очень маленькое вливание было, всего лишь 2 километра объездной дороги. Но оно просто привело к такому серьезному параличу экономической жизни, поскольку жители Достука потеряли абсолютно возможность заработать в своем селе. И после 2014 года данные показывают, что там произошел очень серьезный отток людей в трудовую миграцию в Россию. Но в то же время жители Чуркишлака, конечно, они понимают вот эту сложную ситуацию. И очень интересно, они обратились к властям с просьбой открыть дорогу. То есть у них было ряд аргументов, и то, что как бы, та дорога, она проходит более безопасно, что это, опять-таки, более подходит для локального местного развития. Ну, и там ряд аргументов. И, то есть, это люди, которые не стали ждать, что ситуация как-то будет разрешена, и когда она разрешена, непонятно, а как-то стараются поддержать вот это добрососедство. Более того, местная больница, вот в Достуке нету больницы, там только ФАП. Вот местная больница в Чурку, она предлагает практически весь спектр услуг для жителей Достука. То есть если сельчанин испытывает какую-то проблему, для него естественным является обратиться в больницу в Чуркишлаке. Также в Достуке, поскольку вот я уже говорила про вот эту массовую миграцию, в основном остались уже мужчины только пожилого возраста, и, соответственно, ездить на пятничную молитву туда, в Баткен или в Кызылбель, это является очень долгой дорогой, и они ходят в соседнюю мечеть в Чуркишлаке, и соответственно, там вот мы когда разговаривали с нашими респондентами, говорят, ну вот нам говорят, зачем вы сюда ходите? То есть говорят не сами жители Чуркишлака, а вот пограничники.
как бы, оставайтесь у себя, зачем вам это нужно. Но они вот ходят, и их же, скажем так, соседи ждут их, и каждый раз беспокоятся, если определенное количество сельчан от их соседнего села не приходит на пятничную молитву. То есть, что еще очень важно сказать, что вот эта взаимопомощь и взаимоподдержка, она является, на мой взгляд, таким очень простым показателем житейской мудрости. Потому что люди поняли, что вот с этой закрытой границей их благополучие, их экономическая, их физическая безопасность не становится лучше. Она наоборот, они наоборот чувствуют себя более уязвимыми. Соответственно, эти сообщества, они не разделяют вот эту идею того, что как бы милитаризация границы, наличие пограничников в селе будет вести к большему чувству безопасности жителей приграничных территорий. И если вот, например, даже проанализировать те конфликты, которые у нас происходят, мы видим, что практически всегда там участвуют пограничные наряды. И я считаю, что нам, как исследователям, надо очень внимательно обратить внимание на это, какой же вклад на самом деле милитаризации вносит в формирование вот этой конфликтной среды. Нам, мне кажется, здесь нужно как очень внимательно и детально посмотреть на это и уйти от такого, знаете, обобщенного нарратива о том, что есть сообщества, которые якобы никак не могут ужиться друг с другом. Да? Это фотографии, которые иллюстрируют сельскую экономику до стука, ну, которая полностью пришла в упадок. Да? Сейчас все это в полном запустении. Это вот больница Чуркишлака, о которой я говорила. Но если обобщить вот эти два пространства, где мы делали исследования, можно прийти вот к следующим таким выводам. Ну, первое, на наш взгляд, те напряженности, которые у нас возникают в приграничье Ферганской долины, они, безусловно, как бы триггером для них служит развитие новой инфраструктуры. Это строительство новых объездных дорог, где-то это каналы, где-то это водозаборы. Как только строится новая инфраструктура, которая призвана в риторике властей снять зависимость, а на самом деле привести большую как бы fragility, да, то есть большую уязвимость, хрупкость для этих общин, вот это меняет баланс распределения сил на местах и, соответственно, спровоцируются определенные напряженности. Следующий очень важный момент, на который мы мало обращаем внимание, но который очень серьезно вносит свой вклад в развитие каких-то определенных напряженных ситуаций, это, конечно, то, что каждая страна, помимо своего представления о том, какой нации она будет, имеет и свое представление о том, какова система управления природными ресурсами будет в этой стране. То есть, на мой взгляд, последствия земельной и водной реформы всех трех стран, граничащих в Ферганской долине, они тоже очень серьезно контрибьютят в напряженности в этом направлении. Ну, здесь нужно сказать, что, например, кыргызстанские фермеры, они имеют частное право на землю, да, то есть они могут продать свою землю или выращивать на ней все, что угодно, да. В то же время, например, в Таджикистане, вот именно в Исфаринском районе, последний этап земельной реформы, он прошел в 2016 году, земельные паи были разделены, да, люди получили право выращивать все, что они хотят, когда хотят и так далее, с этим как бы проблем нет, но они не могут продать, да, свою землю, это не как бы не было приватизации земель. Следующий очень важный момент, но он больше, наверное, релевантен для кыргызстанского случая,
в меньшей степени для таджикистанского и узбекистанского, это, конечно, политический дискурс, поскольку мы знаем, что в Кыргызстане есть определенные политики, политические партии, которые эксплуатируют вот эту тему. Все, я вижу 2 минуты. И, конечно, то, что на этих приграничных территориях появились люди с оружием, появилась военная инфраструктура, очень серьезно, конечно, влияет на то, что режим безопасности, опасности, да, человеческой безопасности очень серьезно поменялся. Ну вот, мне кажется, вот эта фотография очень хорошо, такое запустение, знаете, такой депрессия, очень хорошо иллюстрирует, где мы сейчас. На мой взгляд, мы находимся в ситуации, когда пропускаем все возможности для роста, для благополучия, подменяя их вот этой риторикой защиты национальных границ и так далее, да, потому что все эти политики, они только ведут к тому, что хрупкость приграничных территорий возрастает. И потом, как уже показывает мировой опыт, в это же нужно очень много будет потом инвестировать. Это колоссальные деньги. Вот про Сардабинское водохранилище вы говорили, но если отмотать назад, почему вообще его построили, да? Опять-таки, мы вот это, знаете, дихотомия между странами, верховья, низовья и так далее. Вот мне бы очень хотелось, и я считаю, что вот Фархот, вы со своим центром очень большой вклад в это вносите, чтобы мы наконец-то начали говорить о своих проблемах и о путях их решения вне рамок вот этого, скажем так, даже международного опыта. Давайте не маргинализировать наш опыт. Вот даже тот, казалось бы, не на уровне государства, опыт сельчан, да, простых людей, которые пытаются в условиях вот появления этих пограничников как-то помогать своим соседям, давайте учиться у них. Я считаю, что здесь не вопрос, скажем так, элитарности уровня, да, или, а здесь вопрос того, как мы практически к этому подходим. Потому что я вижу, что вот эта бедность, вот эта миграция, вот отток населения, у нас часто, особенно наши националисты, много говорят о том, что Баткен, Лилек, очень много людей уезжает и так далее. Но из Фаринского района, из Бабаджар-Гафуровского тоже очень большой процент трудовых мигрантов, ну, если посмотреть по соотношению к населению. Так, ну вот что я хочу сказать, что процветание только за тем, чтобы мы наконец-то реабилитировали наш опыт соседства. Нужно снова к нему вернуться, и нужно его даже культивировать, я бы сказала. Я, конечно, не хочу, вы знаете, уйти или свалиться вот в эту дискуссию такую советскую дискуссию о дружбе народов и так далее, да. Я думаю, что здесь нужно поработать, нам всем нужно поработать, и вот этот язык и концептуальное наполнение предложить и даже продвигать, иногда даже навязывать. Ну, на этом все. Спасибо, что дали мне дополнительные несколько минут. Супер, супер, Асель. Я тебя даже конспектировал. У тебя очень созвучные моим были тезисы, чему я очень рад. Ну, мы еще поговорим, наверное, во-первых, в сессии вопросов-ответов, а во-вторых, мы постоянно на связи и можем обмениваться идеями еще и в виртуальном режиме дальше. Ну, позвольте предоставить слово следующему, последнему нашему спикеру. Так, доктор Ширали Розоян из Таджикистана, кандидат политических наук, эксперт. Тема, заявленная его, звучит так. Проблемы и перспективы
определение границ в Ферганской долине. Двоеточие. Взгляд из Душанбе. Шерали, пожалуйста. Спасибо, Фархад ака. Я видео не буду включать для того, чтобы не пропадал. В целом, я тоже благодарю организаторов, что пригласили и предоставили такую возможность. Тема моего выступления, она также исходит из того опыта исследований, которые мы проводили в этих местах, в особенности в Исфаре и Поводжонгафурове, но я также хотел бы немножко остановиться на более таких вопросах, которые касаются сегодняшнего нашего регионального дискурса. В целом известно, что Ферганская долина является самой густонаселенной частью Центральной Азии с различными с различными по степеням актуальности социально-экономических проблем, а также вызванные угрозами, связанные с экстремизмом и терроризмом. В этом контексте незавершенность процесса делимитации и демаркации, то есть юридического оформления государственных границ, также негативно влияет на общую ситуацию как Ферганской долины, так и Центральной Азии в целом. В качестве пролога хотел бы отметить, что, во-первых, Ферганская долина была разделена в процессе территориально-национального размежевания 20-х годов, и территориальный спор между странами долины начались сразу после размежевания. И по длительности данный вопрос считается одним из самых затяжных в постсоветском пространстве. И поэтому... Если можно, тут вот пишет, вас плохо слышно, написано. Может быть, погромче будешь говорить как-то, поближе к микрофону, что ли? И по, ну вот после, сразу после размежевания начались вопросы, и вот эта проблема Ферганской долины можно назвать одним из самых затяжных проблем по границе в постсоветском пространстве. Таким образом, вот наши суверенные страны данные получили, то есть данную проблему получили в наследство. Второй момент. Стоит такой большой вопрос. Определяют ли нынешние границы стран, находящиеся в Ферганской долине, пространство их идентичности? Ответ может быть и за, и против. И так как, исходя из самой позиции исследователя, можно привести серьезные аргументы как для доказательства, так и для опровержение этого тезиса. Третий момент. За последние 30 лет государственной независимости в Ферганской долине произошли самые кровавые события, которые когда-либо охватывали за последний этот век Центральную Азию. Вот события в Андижане, межэтнические конфликты, конфликт вообще, проблемы вокруг Соха и эскалация конфликта в течение последнего десятилетия в приграничных районах Таджикистана и Киргизстана говорит об этом. То есть об этом много очень написано, много работ, исследований, и часть из которых доступны в открытом доступе. В целом, за последние 20 лет эксперты как из региона, так и внешние предсказывали очень серьезные конфликты и катастрофу Ферганской долины, сравнивались с зоной племен между Пакистаном и Афганистаном. И к нашему огромному счастью, множество из этих прогнозов не сбились. Сегодня стоит вопрос, чтобы максимально уменьшить конфликтообразующие факторы и в том числе причины. Я хотел бы немножко рассказать об определении государственных границ между Таджикистаном с Киргизстаном и Таджикистаном с Узбекистаном. В целом, как с Узбекистаном, так и с Киргизстаном, вопросы определения границ, то есть создания межправительственных комиссий, начались в конце 90-х. И уже в начале 2000-х годов значительная часть государственной границы были уже определены. То есть та часть, которая была беспроблемной, которая проходила через естественные границы. С Киргизстаном первое заседание делегации по приграничным вопросам начался в декабре 2002 года. И основной проблемой
завершение юридического оформления границ является разные документы, на которые основываются стороны. Таджикская сторона опиралась на документы 1925-27 годов. Киргизская сторона предлагала рассматривать границу на основе сегодняшнего расселения. В каких-то участках, проблемных участках, опиралась на документы 58-59 годов. И в том числе имела такую позицию, что те документы, которые были приняты в период Советского Союза, сегодня не имеют как бы юридической силы согласно уставному документу Содружества независимых государств. Но в целом у нас с Киргизстаном есть опыт, то есть такой интересный пример, когда документы 40-х годов были использованы для урегулирования, для юридического оформления государственной границы. Я почему это хочу привести? Такой интересный момент. В 1942 году Таджикистан взял на 50 лет более 50 гектаров земли в Алае для Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области. И когда в начале 2000-х годов начался процесс юридического оформления, Киргизстан, исходя из вот этого документа 1942 года, вернула эти земли, и то население, которое жило в этом, ну, то есть это, в общем, это было пастбище, им было предоставлено свободный выбор гражданства. И, соответственно, так как там проживали этнические киргизы, они выбрали гражданство Киргизстана. По вопросам, по основным факторам, конфликтообразующим факторам, как в участке Исфара и как в участке Бобо-Джонго-Фурусского района, являются именно четыре вопроса. Это доступ к земле, воде, пастбищам, то есть транспорту и в каких-то местах к полезным ископаемым. Сегодня, в нынешнее время, межправкомиссия между Таджикистаном и Киргизстаном работает регулярно. Только за три месяца 2020 года было проведено 5 встреч. Но фактор пандемии COVID-19 повлиял на этот процесс. Сегодня встречи межправкомиссии приостановлены. И самое такое положительное, на мой взгляд, сегодня является то, что у сторон есть какая-то политическая воля по урегулированию данной ситуации. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет как-то решен. С Узбекистаном, как уже я сказал, было начато в начале 2000-х годов, но самой острой проблемой была вопрос принадлежности Фархадской ГЭС и тех сел, которые находятся возле плотины этого гидросооружения. Известно, что данное гидросооружение было построено на территории Таджикистана в конце 40-х годов прошлого века и полностью использовалось Узбекистаном. После независимости страны не могли решить принадлежность данного объекта. Он был такой острой проблемой и выступал в качестве конфликтообразующего элемента. Но начиная с 2017 года, ситуация серьезно изменилась. Была сформирована заново межправкомиссия, состав изменился, и интенсивность их работы была такой они очень плодотворно работали. И уже 9 марта 2018 года, во время государственного визита президента Республики Узбекистан Таджикистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, данный вопрос был урегулирован. Согласно вот этому подписанному соглашению, Таджикистан отвечает за безопасность сооружения, а эксплуатация гидросооружения будет делать Узбекистан. И данное соглашение подписано на 49 лет, и
ни одной из сторон не имеет права отменить действие данного документа. И таким образом, в приграничных вопросах между Таджикистаном и Узбекистаном была снята, то есть такая острая вот эта проблема, и тем самым то, что сегодня, сегодня остается, я думаю, это будет решено в ближайшей перспективе. Но сам факт того, что вот договор был подписан в марте 2018 года, а парламент Таджикистана ратифицировал этот документ уже в апреле. То есть через месяц данный документ начал действовать. И сегодня, насколько известно из информации, уже Узбекистан занимается модернизацией данной ГЭС. Какие перспективы существуют для определения границ Ферганской долины? Мировая практика в определении границ наработала ряд примеров, прецедентов, которые могут использовать страны региона для урегулирования ситуации. И здесь я поддерживаю то, что отметила Асель. Не только между селом Чорк-Шлок и Достук есть положительные прецеденты взаимного сотрудничества приграничных сообществ. Мы подобные примеры можем увидеть и в этом, и в Христеварзе, и в Бобо-Дёнгафурове, и в каких-то местах, где находится, и в том числе в самых таких проблемных местах, и в Ходжа-Ало, и в Ворухе. Поэтому я думаю, что вот существует, на мой взгляд, самые такие из всех возможных вариантов. Нам больше приемлемо, может быть приемлемо три варианта. Первый вариант – это и самый перспективный вариант – это кооперация стран региона, которая значительно улучшит приграничное сотрудничество и уменьшит частоту конфликтов. И данный вопрос в большей степени может коснуться положения Воруха и Соха. Второй момент – это взаимный обмен территорием путем уступок. Болезненность этого подхода заключается в том, что в течение уже вот последних 15 лет, особенно последних 10 лет, вопросы и дискурс, связанные с границей, он очень сильно политизирован. И каждый раз после очередных приграничных конфликтов, которые происходят, раздувается очень серьезная информационная война между сторонами, которая все-таки влияет на восприятие жителей обеих государств. Именно восприятие в плане этнического восприятия. Вот я имею в виду ненависть и вот это. Третий момент – это подписание или можно как подписание межгосударственного договора об особом статусе этих спорных приграничных участков для уменьшения конфликта. Содержание подобного документа очень серьезно необходимо проработать, так как фактор конфликта нужно и необходимо трансформировать на возможность совместного развития. И в конце три рекомендации. Первая рекомендация – то, что вот Центральноазиатский регион на фоне нынешних процессов, связанных с пандемией COVID-19, ожидается ухудшение социально-экономической ситуации, и поэтому в столь трудное время кооперация стран региона может содействовать снижению конфликтов, смягчению этих чувствительных проблем. И второй момент. Существует острая необходимость, на мой взгляд, трехстороннему диалогу экспертов и исследователей стран Ферганской долины, поскольку чувствуется потребность публикации совместных работ по актуальным проблемам и в том числе по пониманию приграничного вопроса. В качестве примера хочу отметить, что последняя подобная работа экспертов и исследователей о взаимоотношениях Киргизстана и Таджикистана была опубликована 10 лет тому назад, в 2010 году со стороны фондов Усубалиева и Эберта. И за этот период я как бы не увидел, может быть есть, но я не увидел ни одного совместного продукта ученых-исследователей, которые
так более рационально рассматривают данный вопрос. И третий момент. По мнению ряда исследователей, экспертов, и в том числе по результатам исследований, сегодня существует очень острая необходимость разработки новых подходов по урегулированию приграничного вопроса. Так как вот те модели, которые предлагаются разными экспертами, они по ряду причин не могут быть использованы в этих регионах. Можно использовать сразу использовать различные, какой-то микс необходимо делать. Но в целом вот, разработка подходов урегулирования приграничного вопроса на данном этапе остается открытым. Я думаю, что вот экспертам из трех государств, куда входят, то есть экспертам трех государств под Ферганской долины, я думаю, есть над чем подумать, и я думаю, это очень актуально и своевременно. Спасибо. Да, Шарали, спасибо большое. Очень интересное выступление, отличное. И у всех нас, у четырех докладчиков были, как говорится, свои акценты, свои подходы и, как говорится, свои выводы, очень взаимодополняющие, на мой взгляд, и в целом, если взять, как бы объединить вот эти четыре выступления, четыре таких набора тезисов, то получился бы, наверное, большой, интересный такой общий аналитический доклад. И давайте теперь перейдем к вопросам-ответам. Ну, наверное, начну с того, что в секции или вот в разделе чат были некоторые, вот я иду наверх, были какие-то вопросы, по-моему, или комментарии, и я постепенно вот один за другим их зачитаю. Рустам Бурнашев писал: «Мне кажется, демонстрируемые слайды – это слайды Асель. Очень хорошо показывают, что задача создания границ носила чисто контрольный характер. Она не была направлена на людей и на улучшение их жизни». Ну, я с этим полностью согласен. Исматулло Рахимов задает вопрос Рустаму Бурнашеву. «Можно узнать, почему паспортный контроль был введен среди стран Центральной Азии только в 2000 году? Почему страны сразу это не сделали? Была ли определенная причина или государствам это просто важности не несло? Спасибо». Рустам, можешь ответить? Да, конечно. Сейчас я подключусь. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, просто в моем, я маленькое уточнение сделал, в моем дискурсе вопрос, почему он не работает, я могу описать, как, да, было, и, может быть, показать причины. Ну, понятно, вопрос, почему, еще достаточно сложный, потому что все-таки мы находимся в авторитарном пространстве, в большинстве случаев решения принимаются ограниченным кругом людей, как, чем они мотивируются, очень сложно сказать, но я могу предполагать, описывая ситуацию, как. То есть на границах Узбекистана, собственно, Узбекистан выступил инициатором, границы стали обустраиваться в 99-м году, после всем хорошо известных взрывов в Ташкенте. Да? Аргументация состояла в том, что открытые границы создавали излишнюю мобильность для преступных элементов. Ну, на самом деле мы знаем, что люди, которых обвиняли в как бы реализации взрывов, они действительно достаточно спокойно покинули территорию Узбекистана, переместившись в Казахстан, потому что реальных границ не было. И, соответственно, с 99-го года Узбекистан начинает обустраивать границы, и это начинают делать и другие страны. Но это как бы повод. С моей точки зрения, причины, ну, вот, скажем, основания, я вижу здесь две. Первое основание, почему не делали раньше? Но на самом деле это было сложно сделать, потому что даже паспортный контроль в начале 90-х годов было сделать крайне сложно, потому что у нас просто были советские паспорта. Да, то есть контролировать было очень сложно это перемещение, и только в середине 90-х годов начинается активное введение вот, национальных паспортов, и, ну, во всяком случае, по Узбекистану, да, можно сказать, и можно было устанавливать эти позиции. А почему стали вообще вводить? С моей точки зрения, это вот как раз-таки продолжение того комментария, который указал,
и который Фархад зачитал, что в конце 90-х годов возникла потребность более жесткого установления нормативного контроля за населением. Мы видели сегодня в презентации ОСЕЛ, что вот эти все границы, они по сути бессмысленны для населения. Они просто ухудшают их жизнь. Да? То есть для населения они просто вред. Да? А они имеют пользу, смысл только для государства, которое хочет контролировать это население, хочет его дисциплинировать, хочет четко отслеживать, куда и как оно перемещается, какую экономическую жизнедеятельность оно ведет. Вот, мне кажется, это и есть основной фактор, который повлиял на то, что в конце 90-х, начало 2000-х мы начинаем вводить эти пограничные и паспортные режимы. Окей. Идем дальше. Тут были некоторые такие маленькие комментарии о принадлежности села Чаркишлак. Ну, кыргызами и таджиками-то виднее, что он относится к Джамаату Шахрак и так далее. Фархад, можно здесь добавить? Давай. Да, я просто хочу сказать, что вот только часть села Чаркишлак, которая населена в основном новыми жителями, то есть это новостройки, на которые вот ссылаются участники дискуссии Шахрак, а вот изначальное село, оно находится в Верхах, и оно принадлежит к Джамаату Сурх. Более того, в нашем исследовании мы также основывали же на практике водопользования, и Чаркишлак обслуживает АВП Сурх. Поэтому здесь важное дополнение, но нужно сказать, что мы брали наш полевой материал именно из той части Чаркишлака, которая относится к Джамаату Сурх. Отлично. Да. Следующий идет комментатор или комментарий от нашего коллеги из Узбекистана, правозащитник Азимбай Атаниязов. Да? Он пишет, что председатель правозащитной организации ЧРОВ. Очень хорошо, что начали онлайн-конференции по наболевшей теме, проводите почаще и привлекайте больше экспертов. Да, спасибо, обязательно. Ну вот Атабек Султонов, у него такая ремарка. Думаю, все споры по границам главным образом возникают из-за наличия анклавов. Ну, из тех, допустим, перечисленных уже мною в начале инцидентов, только лишь один сохский инцидент был связан с анклавным статусом этого района. Если проследить серию всяких конфликтов, напряженности, инцидентов, произошедших за весь период независимости в разных сегментах границы, то можно заметить, что не только анклавный, конечно же, статус района является причиной или больше всего как будто там концентрируются конфликты. Они очень разнотипные, разноуровневые, вот как сегодня Рустам говорил, и поэтому, наверное, ограничиваться только анклавами будет неверно. Так. Алибек Мукамбаев пишет, в Алайской долине, село Сары-Мугол, передавалось в аренду. Там жили как этнические кыргызы, так и памирцы. Это интересный кейс. Те памирцы, которые остались и получили паспорт Кыргызской республики, живут сейчас как в Сары-Мугол, так и в Оши. Там и земельная реформа проходила интересно. Ну, это вот такой был от Алибека комментарий. Если у участников, у докладчиков есть что-то сказать в ответ, пожалуйста, или я перейду к следующему комментарию. Нет, да? Об этом, как говорится, Фархад-ака. Давай. Это очень интересный кейс. Конечно, вот Алибек очень правильно отметил. Я думаю, вот, если исходить именно из этих таких положительных примеров, можно наработать ряд таких интересных подходов по урегулированию приграничных проблем. Спасибо.
Окей, так, окей. Дмитрий Плотников. Достаточно много причин и поводов для противоречий. Даже резкие заявления политиков могут тут же отразиться на пропускном режиме. Так, прыгнул что-то. В пропускном режиме, например, выступление Алмазбека Атамбаева относительно недовольства радушного приема Бабанова в Астане. В свое время Каримов имел хорошее отношение с Дустумом и контролировал ситуацию в приграничных районах с Афганистаном. Интересно, есть ли подобная практика сейчас со стороны Узбекистана? Ну, по поводу там недовольства насчет приема Бабанова, может быть, кто-то из кыргызских коллег, если ответит, пожалуйста. Ну, с точки зрения приграничного района Узбекистана с Афганистаном, трудно сказать, каково нынешнее состояние связей с Дустумом. И, может быть, они даже во время Каримова не особо афишировались на самом деле. Мы и эксперты, и международные наблюдатели, и так далее, только лишь это имплицитно подразумевали. В некоторых статьях это проскальзывало, но никогда не афишировалось. И поэтому, какова модальность, насколько тесны связи, скажем, между представителями там официальными или местными властями Узбекистана с Дустумом, трудно это говорить, трудно сказать, но с другой стороны, как вы, наверное, наблюдаете, у нас сейчас довольно значительно меняется ситуация с точки зрения узбекско-афганских отношений. Стратегия Узбекистана или, как мы говорим, позиция Узбекистана в отношении Афганистана значительно была модифицирована, в отличие от той стратегии, которая реализовывалась во времена прежнего руководства, то есть прежнего президента. Это, конечно, большой вопрос. Мы можем даже отдельно посвятить этому вопросу отдельный, может быть, семинар. Я вот сейчас участвую параллельно в серии, я бы сказал, семинаров, посвященных Афганистану, которые проводят афганисты из Соединенных Штатов. Очень интересный такой цикл идет сейчас. Вот даже спецпредставитель Зальмай Халилзад будет выступать скоро на очередном зуме. И довольно богатый материал, хочу сказать, уже собирается, связанный с этим. И большое внимание сейчас уделяется вот среди вот таких вот дискуссий роли региональных государств, соседей с Афганистана, в частности, Узбекистана. И я думаю, может быть, собственно, отношения с Дустумом имеют какое-то значение, и они, может быть, с познавательной точки зрения интересны, но в то же время, собственно, я думаю, более интересный такой момент или больше интерес представляет сама стратегия Узбекистана в отношении Афганистана, насколько она изменилась в сравнении с прошлым, какие инициативы, какие предложения сделало новое руководство на мировом уровне, на уровне международного сообщества, а также на практике, какие реализуют проекты, транспортные, там, железнодорожные, да, гуманитарная помощь, реконструкция инфраструктуры Афганистана и так далее. Ну, со своей стороны, я только этим сейчас могу ограничиться. Если по первой части вопроса есть у кого уточнение, пропускной режим, резкие заявления, казахско-кыргызская граница. Есть у кого комментарий? Если я не вижу пока... Да. Видимо, можно мне здесь добавить, что, ну, безусловно, я думаю, что здесь Дмитрий корреляцию указал достаточно верную, что связь есть между пропускным режимом и личными отношениями, скажем так, главных людей на определенный период. Но в то же время, мне кажется, что если только ограничиваться этим спектром, то мы вот окажемся вот в этой... ловушки на самом деле, вот такой дискурсионной ловушки, когда мы повторяем вот этот дискурс опасности, да, о чем вот писал Мегаран и Хеттершоу, что мы как бы
концентрируясь на таких примерах, мы только воспроизводим представление о том, что конфликты, опасность, напряженность или еще что-то является неотделимым атрибутом отношений между странами Центральной Азии. Хотя если посмотреть пристальней, из-за того, что мы просто не говорим и маргинализируем те примеры взаимной поддержки, иногда корректного молчания, мы на самом деле недооцениваем свой опыт. А вообще, я с ним согласна, что корреляция есть, да? Окей. Да, конечно, Асель, я с тобой тоже согласен. Если вот вспомните, коллеги, там в конце своего выступления в пунктах А, Б, В, Г как раз тоже так же делал такой же вывод, что несмотря на вот это преувеличенное восприятие конфликтогенности из-за пограничных таких-то инцидентов, на самом деле они не были, они были скоротечными, они не были масштабными с точки зрения жертв там, или последствий, они не были общенациональными, они были локальными, только связанными с локальными же проблемами, и они разрешались на основе goodwill approach, то есть подхода доброй воли со стороны руководств. Так, Алибек, я дам слово, сейчас просто дочитаю, как говорится, вот эти комментарии, вопросы, чтобы до конца уже. Так, Ибрагим Хасанов пишет: оцените, пожалуйста, влияние участия стран Центральной Азии в таких структурах, как ЕАЭС и ОДКБ, на разрешение приграничных конфликтов. Ну, если кто из докладчиков готов ответить на этот вопрос, пожалуйста. Я могу буквально какие-то две ремарки сделать. Можно? Да, конечно, Ширали. Официальная позиция Республики Таджикистан такова, что мы с Киргизстаном будем решать вопрос определения государственных границ только на двустороннем уровне. Привлечение третьих сторон и других организаций для третьих сторон для этого, я думаю, что это как бы нецелесообразно. Когда была нота нашего Министерства иностранных дел, киргизский МИД тоже отправил ноту о том, что вот этот вопрос, то, что касается нас с Киргизстаном, это будет решаться только на двустороннем уровне. Это официальная позиция. То, что было... Да, я, наверное, также соглашусь с такой ремаркой, как у Ширали. Во-первых, не все страны ЦА участвуют в таких структурах, как ОДКБ и ЕАЭС. Это раз. И поэтому невозможно найти некий такой общий консенсус в вопросе приграничных конфликтов в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Если брать даже ОДКБ, в случае каких-то приграничных конфликтов между членами ОДКБ в регионе Центральной Азии, то и при этом ОДКБ не имеет мандата для участия или для вмешательства в подобного рода конфликты, которые считаются не внешними, то есть странам ОДКБ не угрожает некая вне ОДКБшная, скажем так, вне региональная сила, а для чего и предназначена была, собственно, ОДКБ. Для разрешения внутренних вот таких инцидентов ОДКБ не предназначена. Так, Гульбахор Джумабаева пишет: введение статуса КВО для жителей приграничного населения является наиболее приемлемым для снижения напряженности и причины для конфликта, и причин, видимо, для конфликта, согласно с предложением Ширали. А это вот общая ремарка соглашения. Так, Александра Балонина. Добрый день, я хотела бы узнать, насколько эффективной является стратегия КНР по обеспечению связности, connectivity, в Центральной Азии в рамках инициативы «Шелкового пути». Отвечает ли ее реализация заявленным целям? Заранее благодарю. Кто может ответить на этот вопрос? Давайте я попробую. Со своей позиции. Ну, у них нет уже, у Китая, Китай абсолютно не мыслит регионально нас. Да? Китай четко ставит позицию двустороннего взаимодействия. Но если вот отбросить последнее, да, совсем вот буквально недавно прошедшее онлайн-встреча 5+1, да, китайская 5+1,
региональный Китай нас не мыслит, Китай устроит взаимодействие на двусторонней основе, поэтому никакой задачи связанности Центральной Азии он не ставит. Да, поэтому и, соответственно, программа вот эта, как бы инициатива вот эта размытая совершенно, она никакой связанности не ведет. Конечно, могут быть какие-то проекты, которые будут формировать связь между отдельными государствами, ну вот мечта всего узбекского народа о железной дороге через Кыргызстан в Китай, да, которая почему-то никак не реализовывается, она может обеспечить связанность, но опять-таки не всего региона, а двух стран, да, Узбекистана и Кыргызстана, связь будет более усилена. Да, согласен. Когда мы используем термин связанность, connectivity, его, видимо, тоже надо как бы уточнять всегда контекстуально. Например, connectivity, то есть связанность с Китаем, то есть стран Центральной Азии с Китаем, или связанность центральноазиатских стран друг с другом и содействие в этом Китая, китайских там каких-то проектов или инвестиций и прочее. Ну, не знаю, насколько... Проект, например, если пример привести, строительство, ну, на самом деле довольно-таки беспрецедентный. Проект строительства тоннеля Камчик в Ферганской области Узбекистана, который был реализован благодаря китайской помощи и инвестициям. Торжественно был открыт Си Цзиньпинем и Каримовым в 2016 году. Высокогорный, такой очень сложный технически реализованный проект, который трактуется не просто как тоннель, связывающий главную mainland, как мы говорим, территорию Узбекистана с таким полуостровным, что ли, положением Ферганской долины, куда доступ был затруднен, а вот теперь Камчик это реализовал. Но это тоннель, это, как подает и наша пропаганда, и вообще это действительно так и есть, является сегментом, частью более крупного мега- или континентального, скажем, проекта того же Китая или в целом, связывающим Китай с Европой через Кыргызстан, Узбекистан и далее Европу. Ну, не знаю, вот это connectivity, наверное, в позитивном таком изложении. Хотя мы знаем, что среди общественного мнения и экспертного сообщества восприятие роли Китая в вопросе connectivity, конечно же, представляет собой довольно-таки широкий спектр от синофобии до синофилии, как я часто это говорю. Так, Алибек, я знаю, руку поднимают, но давайте дочитаем комментарии и вопросы. Юрий Поэта, если я правильно произношу, имя, небольшой комментарий, исходя из украинского опыта. Согласен с Рустамом Бурнашем, что установление границ не дает гарантий безопасности. Украина смогла решить вопросы по делимитации и демаркации со всеми соседями, кроме одного, с Россией. Россия всегда тормозила делимитацию и демаркацию государственных границ, как по суше, так и по морю. По суше удалось провести делимитацию и частично демаркацию. Однако в Керченском проливе между РФ и Крымом Россия отказывалась проводить работы по определению линии границы. Однако даже то, что по статусу Крыма был подписан договор, и по остальным территориям также, это не стало преградой для насильственного изменения границ со стороны России. Это не говорит о том, что не нужно проводить делимитацию и демаркацию границы, но нужно очень внимательно обращать внимание на те страны, которые в той или иной риторике говорят о необходимости пересмотра действующих границ, возвращения подарков российского народа, восстановления геополитических интересов, посредничества между странами. Так, ремарка принята. Дмитрий Плотников. Буду рад принять участие в дальнейших дискуссиях. Да, спасибо, конечно, будем давать объявления, следите за объявлениями. Почему УДКБ, пишет Гульбахор Джумабаева, почему УДКБ имеет интерес к трансграничной безопасности, трансграничной угрозы в регионе? Ну, не совсем понял я вопрос, если кто-то понял. Почему УДКБ имеет интерес к трансграничной безопасности? Так, Алибек хотел задать вопрос, а почему он не пишет? Можно же было написать вроде бы, или... Если вопрос большой, какой-то концептуальный, мы можем попросить наших организаторов содействовать в включении аудио для Алибека. Уже, по-моему, включили. Да.
Извините, это не совсем вопрос. Здравствуйте, коллеги. Громче, пожалуйста. А, сейчас слышно? Алло. Как алло. Будто издалека. А, ну, слышно. Слышно, да? Ага. Маленький момент, то есть по поводу того, что вот написано было про Атамбаева и про Бабанова. Я думаю, что здесь ярко выражено, что как бы уже такое упрощение ситуации. То есть показывает такую персональную или эмоциональную составляющую. При этом мы должны четко понимать, что какие-то вопросы, возникающие на нашей границе Кыргызстана и Казахстана, это чисто экономические вопросы, да, даже больше бюрократические вопросы. Отношения, то есть по таможенному оформлению, по оформлению документов на товары, то есть какие-то вопросы по налогам, сборам, да, то есть на самом деле, я думаю, что вот этот кейс, как такой на кыргызско-казахской границе, который вот постоянно обостряется, это больше такой яркий сигнал, яркий пример, что эти, как бы, эта проблема должна решаться больше вот именно какими-то регулированиями документальными в сфере экономики, а не в сфере вот, межличностных отношений политиков. Да, к чему многие как бы, медиа, многие журналисты, к сожалению, приводят или, и уводят в, как бы, этот вопрос от его глубинных причин. Ну, это был, насколько я понял, комментарий, да, Алибек? Угу. Так, если у кого из участников есть еще вопрос или комментарий, пожалуйста, у нас еще есть немного времени перед завершением. Так, Розен Димов, привет из Венгрии. О, у нас даже слушают из Венгрии. Какая вам кажется роль ЕС в регионе? Преподаватель, это Розен Димов, преподаватель университета Панонии, да? Так, ну, есть у наших участников ответ, какова роль ЕС в регионе. Хотя, возможно, я бы сказал вопрос не совсем по теме, потому что мы обсуждаем сегодня сугубо пограничную... Фархот, если позволите. Да. На самом деле, здесь есть очень даже прямая связь. И вот в выступлении Рустама тоже это прозвучало по поводу внешних игроков. В 90-х годах, начало где-то середины, да, 90-х, в Центральной Азии при поддержке Евросоюза была запущена программа «Бомка», да, которая, скажем так, предоставляла многоаспектную поддержку приграничным департаментам всех, в смысле пограничным департаментам всех стран. И, на мой взгляд, эта программа, она, вот за что ее критикуют, ну, это не только моя критика, это критика очень многих исследователей по границам, то, что она вот привнесла, скажем так, вот эту вестфальскую парадигму и закрепила через вот эти консультационные механизмы. На мой взгляд, она, скажем так, поскольку все страны были заинтересованы получать эту помощь и, соответственно, подключились к этой программе, сейчас уже несколько этапов этой программы уже были реализованы и сейчас реализовываются, все-таки, скажем так, для безопасности людей она не сыграла никакой роли. Наоборот, она внесла очень большой вклад в дискурс того, что границы должны быть милитаризованы, поскольку они являются источником опасности. Поскольку, понятно, для Евросоюза интерес был это снизить вот, поток наркотрафика, но на деле это привело к тому, что людей на границе стали задерживать только из-за того, что они там ящик помидоров проносят, да? То есть в этом плане роль ЕС, на мой взгляд, еще требует очень тщательного изучения. И, конечно же, понятие того, какие уроки мы из этого извлекли.
И, на мой взгляд, вот то, что граница стала сугубо восприниматься как тема, сопряженная с опасностями, да, что вот как бы за границей есть какая-то опасность вот за вот этой физической линией, да, от которой нужно огородиться, обязательно там должны быть проверки. Вот эта бюрократизация и милитаризация, вот это же все очень в такой европейской, вестфалианской на самом деле логике. И здесь еще вопрос того, насколько наше интеллектуальное пространство сможет говорить и выработать свой язык насчет этого. Вот это, потому что здесь мы как бы приняли, понимаете, и создали, да, ну не только из-за Евросоюза, я тут не хочу какими-то обвинениями заниматься, но я к тому, что концептуально мы должны более как бы глубже смотреть на различные региональные инициативы. Спасибо. А можно я еще тоже добавлю, только с другой стороны? Да, только коротко и быстро. Если позволите. Да. То есть вот эта негативная часть про ЕС, а я позитивную хочу подчеркнуть. Ведь ЕС для нас с конца 80-х годов был образцом интеграции же еще. Да? То есть мы, конечно, приняли вестфальские нормы, я полностью сосед согласен, но мы же приняли от них еще и образец интеграции. И это, кстати, вот ответ на один, еще один дополнительный ответ на вопрос, который прозвучал по поводу, почему мы ничего не делали до конца 90-х. Да потому что до конца 90-х мы жили в парадигме интеграции, да, и она у нас действительно работала, мы думали, что мы будем объединяться. И поэтому это вот эта позитивная часть ЕС, мы тоже не надо забывать, как нормирование. Отлично. Можно озвучить? Шарали, можно? Быстренько, 30 секунд. Да. Может быть, это касается не ЕС, а, впрочем, всех международных структур, которые финансировали строительство разных инфраструктур в приграничной полосе. Вот по результатам исследования, которые мы делали, мы столкнулись с очень интересным моментом. Множество конфликтов, которые появились, они появились именно из-за того, что в обеих сторонах границы одни и те же организации финансировали инфраструктурные проекты по автономному развитию каждого сообщества. И в результате вот это как бы приводило к очень таким постоянным конфликтам. Спасибо. У нас, кажется, заканчивается время. Если никто не настаивает, я надеюсь, поскольку мы уже имеем последние минуты. Так, вот тут Вильбахор пишет, в Ардаке можно будет получить ваш доклад. Да, я не смог так прослушать из-за интернета. Он был так, все понятно. Табек писал, нерешенность проблем, вопросов порождает напряженность. Ну да, согласен. Позвольте закончить или перейти к завершающей, так сказать, части нашего семинара, Zoom-семинара. Очень было интересно всех послушать, как докладчиков, так и тех, кто задавал вопросы или комментировал. Это, конечно, огромный вопрос, и двумя часами там, конечно, покрыть весь этот клубок проблем невозможно. Я позволю себе буквально в конце, исходя из того, что высказали наши спикеры и комментаторы, какие-то такие зарисовочки заключительные сделать. Ну, во-первых, как следует и из нашего дискуссии, из нашей, и в целом из теории, к проблематике границ можно подходить различным способом. На это, кстати, указывал и говорил Шерали в конце, что нужны новые подходы и так далее. Ну, один из таких более таких рамочных, крупных теоретических подходов – это либеральный, который, скажем, оспаривает нужность границы и необходимость трансграничного образа жизни, там, коммуникации, открытия границ и так далее, считая их даже и морально нелегитимными. И реалистская школа, которая больше сконцентрирована на национальной безопасности той нации, того народа,
которая ограничивает данная граница и порождает тем самым проблему свой-чужой. По эту сторону границы свои, по другую сторону границы чужие. Асиль тоже об этом говорила, что мы так искусственно породили проблему свой-чужой, да еще и милитаризировали эту проблему. Ну вот, какую школу или какой подход принять, чтобы урегулировать те специфические, свойственные для нашего региона проблемы пограничные? Конечно же, вопрос открыт, и я думаю, нам нужны действительно какие-то инновационные подходы, чтобы урегулировать эти проблемы. Ну, на самом деле, ведь смотрите, мы ведь, как сказать, спорим-то по мелочам, может быть, тоже отличительная особенность, в отличие от других регионов. Спорим по... Смотрите, что было в Сохе, как будто бы... Ну, это я говорю по мелочам в кавычках. Чашма, водоисточник там, или родник Чашма. Там, или где-то там вот Фархадская ГЭС, да? Управление берет на себя одна сторона, на территории другой стороны находится. Казалось бы, тоже мелочь, ее можно технически давно даже было, может быть, решить. Ну, или какие-то другие пограничные вопросы. Они не по характеру даже не масштабные, а, говоря таким просторечным языком, из мухи мы делаем слона, может быть, порождаем, создаем. Не знаю, но впечатление такое, что мы на самом деле живем в таком регионе, где проблема границ должна, наверное, довольно легко было решиться до сих пор, и что не произошло. Хотя я сам себе противоречу, потому что если юридически посмотреть на договора по делимитации, по демаркации, на самом деле уже подавляющее большинство сегментов линии границы уже согласованы. Например, с Кыргызстаном, узбекско-кыргызская граница на почти 90%, может быть, чуть меньше, уже согласована. То есть остались какие-то 10-12% для делимитации. По-моему, с Туркменистаном у нас чуть ли не все 100%, насколько я, если не ошибаюсь, согласовано. Также мало осталось с Таджикистаном, наверное, согласовывать. А основной линии прохождения границы, они делимитированы, они демаркированы, и взаимных претензий там и нет, и не должно быть, я думаю. То есть мы, правильно говорила Асель, за малым не видим большого, из-за мелких каких-то там проблем часто игнорируем то, что большой успех уже достигнут на самом деле в урегулировании пограничной проблемы. И не просто урегулированы, они юридически закреплены в виде соответствующих договоров. Кстати говоря, я говорил вначале, что у меня была небольшая или вопрос, или ремарка относительно вот одной мысли, которую Рустам вначале высказал, что, в общем-то, территориальные такие споры, они довольно естественны, и, ну, конечно же, в силу, может быть, искусственности, что какие-то претензии по типу той, которую сделал президент России Путин, могут сделать любые другие тоже. Ну вот, смотрите, возможно, какие-то неурегулированности есть и с точки зрения России, касательно их границ с соседними странами. И у нас есть какие-то проблемы. Но я думаю, есть важное отличие также. Я думаю, что ни один из центральноазиатских президентов себе не позволил бы такое резкое выступление на самом высшем уровне, грубо выражая территориальные претензии, какие-то амбиции, да еще и в таком форме, что мы подарили, там русские подарили, взяли подарочек. Я думаю, центральноазиатские президенты не то что не позволят на своем уровне высказываться в адрес соседей, центральноазиатских соседей, выражая территориальные претензии. И это они подтвердили тем, что, в общем-то, до сих пор какие-то спорадические стычки имели сугубо локальное, как я говорил в своем докладе, значение, и они оперативно адресовались, как говорится, и локализовывались. Я думаю, софский прецедент, когда
впервые премьер-министр Узбекистана посетил СОХ, и, в общем-то, на месте такой действительно прецедент, по-моему, еще не был до сих пор, когда на самом высоком уровне руководитель посещает зону конфликта и, в общем-то, непосредственно приступает к урегулированию не только пограничной самой проблемы, но и других социальных, культурных, там, образовательных, экономических проблем, которые накапливались в Сохском регионе. Не случайно делегация была огромная, которая вместе с премьер-министром посетила СОХ. Это говорит о решимости не допускать, я думаю, не допускать подобные эксцессы там, или инциденты в будущем. Ну вот, я думаю, на этой ноте можно будет сегодня закруглиться, завершить нашу дискуссию. Она, конечно, не исчерпана, тематика проблем, тематика границы, тематика Lebensraum, говоря языком Хаусхофера, жизненного пространства. Я думаю, по мере, скажем, дальнейшего развития региональных отношений будут и также и появляться какие-то, по крайней мере, среди нас, экспертов, инновационные подходы к урегулированию границ. У меня, например, у самого затаились, так сказать, уже есть какие-то идейки на этот счет. Мы можем организовать другие встречи это подобного рода, конференции, семинары и так далее. Но не буду вас утомлять больше. Спасибо всем участникам сегодняшнего Zoom-семинара. Вы можете включить видео для прощания, если хотите. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего Zoom-семинара. Рустама Урнашева, Асель Мурзакулову, Шерали Резойона и всех, кто задавал вопросы, комментировал. Вообще просто зашел сюда, в эту Zoom-комнату для того, чтобы поучаствовать, послушать нас, выделили время. Огромное спасибо всем. А также в конце обязан просто поблагодарить тех, кто оказал нам техническое содействие. Кабар Азия, IWPR. Спасибо вам большое за техническую поддержку. Ну и, наверное, до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.